Привет, друзья! Новый концепт современной яхты-катамарана «Пегарас» представил итальянский дизайнер Пьер Паоло Лацарини. Необычная особенность новой яхты – способность передвигаться не только по воде, но и по суше. Это достигается путем установки в днище специальных цилиндров, которые выдвигаются, когда яхта достигает суши. Также с помощью них, за счет трения о воду, идет заряд аккумуляторов, когда судно движется по водной глади. Лодка-амфибия оснащена солнечными батареями. Помимо этого, на ней установлены два дизельных двигателя мощностью 890 лошадиных сил. По словам разработчика, новая яхта развивает скорость 24 узла. На суше судно может достичь скорости в 35 км в час. Сдвоенный корпус яхты сделан из стали и имеет несколько спален, кухню и ванную комнату. Катамаран обслуживает 4 человека. На борту может разместиться 8 пассажиров. По желанию заказчика, судно может оснащаться лодкой или автомобилем. Ориентировочная стоимость катамарана – 29,5 миллионов долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.